спектакль «Две женщины, одна судьба» в рамках российско-норвежского проекта «Два добрых соседа». Спектакль имеет социальную направленность, и основная целевая аудитория спектакля являются обитатели дома престарелых по обе стороны русско-норвежской границы. Приятного просмотра. Погасло, я не
Мама. Катя, я тебе говорила работать, работать, работать. Андрей.
Ой, да не велел ему тятьку жениться. Ла-ти-да-ла, это не мое, ой, это не...
вывели им вороного коня. Это был хороший праздник.
этого ветра, да? Поработаем дальше, что ли?
Мира? Har du hängt upp kläder? Катя, ты белье повесила? Гори-гори ясно. Она меня не слушает. Это все равно, что лоб, что помню. Опа! Катя, Катюш, скажи Катеринке, чтобы белье повесила.